Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Измаилов, или же Вия. Добро пожаловать на канал Жизнь Вия, где полным-полно самых оригинальных и неповторимых челленджей. Вот сегодня передо мной такая интересная сумка, в которой очень много чего необыкновенного. Например, именно нажимных противопехотных мин. Вот так вот они выглядят. Это мина. Вот, собственно, на нее, если нажать, наступить, ну, будет сам знать, что. У нас много их разных, будем делать сегодня у нас челлендж. Челлендж называется «Кто последний уберет ногу с мины, тот получит $1000, ребята». Ну и у всех будут разные мины, чтобы было интересно. Это, я думаю, достанется прыгуну. Кто меня кинул снежком? Вот из противопехотных мин заключается в том, что они должны быть спрятаны. Сейчас покажу, как они действуют. Оля, иди сюда. Ну-ка, наступи сюда. Все, наступай. Наступай. Да не буду. Ну, наступай, ё-моё. Все, вот. Слышали? Щелкнуло, активировалось. Если ты уберешь ногу, то она сдетонирует. Ты что, офигел? Так, Слава! Что? Так мы же не начали еще. Ты уже начала. Так в смысле? Что? Что теперь делать? Здесь мина поинтересней, посерьезней. Она противотанковая. Ну-ка, ну-ка, прыгу. Давай. Опа. Уберешь, собственно, все. Ну и начнется челлендж. Сейчас самая маленькая. Ну вдруг это сам. Блин, так-то неудобно стоять на самом деле. Так вот, если вы забыли, то у нас уже был такой челлендж, только мы там держали гранаты с выделенной чекой. Посмотрите его, если не смотрели, было весело, интересно. Ну и сейчас, собственно, такая же история. Ну все, кто последний, тот получает бабки. А кушать? А, на эти бабки и покушаешь. Блин, по чесноку сказать, эта мина такая маленькая, и она так легко нажимается, и мне довольно неудобно на ней стоять, типа, это реально одной ногой там держаться. Да. Ну мне тоже неудобно, но так нормально, у меня нога-то меньше. Блин, точно. У меня вообще, походу, я думал, что я выбрал себе самую удобную мину, но это, походу, подстава какая-то. Да, хочется сдвинуть сразу. Ну ты, Вия, это рычал. У меня настолько большая мина, что я на ней могу даже посидеть, если захочу. Не, ты прав. Но посидеть-то ты на ней можешь. Но вот если ты уберешь ногу, чтобы сесть, то будет нехорошо, потому что у тебя там самая-самая большая. Понимаешь? Нифига себе, какой-то умный. В любом случае, победа, судя по всему, уже в моих руках. Тебе вообще зачем деньги? Проиграл бы сразу же. Убирай давай ногу с мины и все. Я думаю, если он уберет, то всем нехорошо будет. Ну, наверное, в целом тут всем, да, если хоть кто-то уберет ногу. Так у него-то противотанковая. Он улетит на Марс. Так и ты тоже улетишь. И мы вместе с ним. Тут целый танк должен взорваться. А что, если ты смеешься, оператор? Ты тоже улетишь. Классный челлендж, да? Нормально. На самом деле, друзья, хочется отметить то, что это не настоящие мины, конечно же, были настолько, чем сумасшедшие. И вас никогда к деятельности, которая может вам навредить, мы не призываем. Это у нас учебные. Они отщелкивают, работают как настоящие, только не взрываются. Это учебные мины. Да, но она щелкнет, значит, ты проиграешь и не получишь деньги. Но мы представим, что это настоящее. Представим, что это настоящее, что было бы страшно. Одному прыгуну только не страшно, а более, походу, было страшно с самого начала. А в тот раз, когда были эти взрывные, они-то были настоящие. Ты помнишь, как они взрывались? Так они были тоже не настоящие, они были страйкбольные. Ты помнишь, они осколковые были какие-то? Да нет, они нет? Это были петарды просто. Ты что, меня обманул? Ну, в руке было бы неприятно. Ну да, в руке бы она взорвалась неприятным образом. Но здесь у нас даже взрыва не будет, просто потеряем бабки. Мне уже холодно. Это что надел? Снег, замерзли. Все, уходи тогда, что? Ты что делаешь? Зачем ты делаешь? Так чтоб ты прыгнул. Нет, подожди, да подожди. В смысле подожди? Вот смотри, сейчас тебя, вот ты в курсе, я сейчас снесу. Ай! Он готовит для тебя. Прыгун, ты что придумал-то, а? Это плохая идея. Ты снеговика, надеюсь, слепишь? А вообще, если ты действительно встал на мину, ну, как правило, это же как происходит. Ты идешь, встал и дальше пошел, не заметил ее, уже пум. Но если тебе удалось заметить, то кто-то должен подойти, как-то там что-то разминировать, но я, типа, не знаю, как это делать совсем. Надо было просчитать, чтобы разминировать. Так тогда бы это было шулерством. А у нас челлендж, кто последний уберет ногу с мины. Да хватит кидаться. Что он делает?
Что ты делаешь? О, не надо рисковать так. Я слепил очень большой снежок. И как думаете, что я с ним сделаю? Гун, так ты не успеешь так быстро заменить. Я просто подкачу его вместо своей ноги. И не буду здесь... Трыгун, да одумайся ты! Опа! Ты чё? Ты чё? Ну чё? Это чё за подстава? Да вы чё делаете-то? Нет! Да вы чё устроили-то? Слышите, это что за совместная подстава? Нет, я не уберу ногу с мины. Да блин, пропазла. Да вы чё, ребята, почему все вдвоём-то против меня? Так лучше против одного, чем против всех. Так нет, я ж тоже хочу выиграть. Так мы тоже хотим выиграть. Вот, то есть вот так вот, да, значит? Стоп! Стоп, я ничего не убрал, у меня другая, вон она, на мини, у меня все видно. Так. Но. Видите, даже ваши мерзкие трюки против меня никак не идут. А как это называется? Он меня глыбой льда бросил, значит, и ты такая же еще. Я уверен, что у тебя где-то там. Есть мерзкие трюки, которые ты придумал уже, чтобы нас... Как обычно. Да, как обычно. Ничего не обычно, я хотел честно сыграть. Ты специально нас расположил так, наверное, это неспроста. Нет, я думал, что я выбрал себе самую удобную мину, но по факту она самая неудобная оказалась. Так что в этот раз мои трюки не работают. Итак, я предлагаю челлендж внутри челленджа. Кто слепит лучшего снеговика? Подписчики, конечно же, решают, у кого он будет самый лучший. Тот победил в этом мини-челлендже, который внутри челленджа. Раз никто не хочет у нас сдаваться, никто не хочет убирать ногу с мины, давайте делать снеговиков. Посмотрите на идеального снеговика. Я сделал самого красивого и самого необыкновенного снеговика за такой короткий промежуток времени. Как он вам, а? Смотрите, какой милый. Да что ты чушь несешь? Это самый обрыганный снеговик, которого я видел когда-либо. Вот посмотрите, то ли дело мой снеговик. У него есть и рот, и глаза, и нос, и руки. Вот. А это что такое вообще? Что это? У меня самое лучшее, у меня фея. Кто? С палочкой и с крышками. Вот. У меня палочка, видишь? Где? Вот в ручке. Вот мой снеговик. Короче, ребят, пишите в комментариях, все мои подписчики, голосуйте за меня. В смысле обкаканный? А ты какашку случайно не забрал? Ну, типа, снег. Тут что, был какой снег подо мной такой, я и собирал. У меня самый белый снеговик, а у вас какие-то они коричневые. Нормально у нас. Нет. Мы просто с прыгуном как братья. Да, у нас красивые снеговики. Пишите, короче, ребята, в комментариях, у кого снеговик получился. Она заступила! Она заступила! Видели все? Видели? Стопудово! Ты записал? Нет, я не видел. Чё ты не видел? Она заступила! Она заступила! Нифига! Да у неё... Слышишь, оператор, что вы снимаете? Да вы оператор! Оператор! Дебил! Она только что ногу сломала! Она ногу только что поменяла! Да. Делаем реплей! Ты снимал ее ноги минуту назад? Так, все, закончили! Делаем замедленное повторение того момента! Повторяем! Дебила! Она соступила! Ну все, Поля, тут уже видно, что ты проиграла. Все. Он вообще-то, он все это подстроил. Он специально моего снеговика хлоп и все. Ну, напиши. Я старалась. Слушай, ну в правилах вообще ни слова про снеговика не было. Скажите, что он, давай, вот, девочки, уже незачем взять все, и убрать. Убирай свою ногу, все. Нет, все, я отсюда не уйду. Все, вот твоя мина. Бабах. Бабах! Ой. Вот видишь, как это? Она должна была это сработать вот так вот. Можно еще волосики добавить, и тогда мой снеговичок будет самым-самым красивым. Ну так-то да. Это ты молодец. Спасибо тебе. Хороший снеговик. Да, мне тоже очень нравится. Что? Ты что, сдаешься, нет? Нет, никакого смысла сдаваться. Я даже не устал. Даже не начал вставать. Будем здесь до вечера стоять. Я не буду стоять до вечера. Не будешь? Нет. Что ты делаешь, Кругун? Что делаешь?
это что за ерунда? Это что такое вообще? Рыгун, ты чё? Ты чё, офигел? Ты чё? Рыгун! Мы так вообще не договаривали! Ну вот, благодаря своему уму теперь я выиграю, а этот тупой Вия будет там стоять на своей мине. Это нечестно, у него мина с ручкой, это что за лакшери, что за комфорт? Сам такую дал. Чёрт, а? Значит, грязные правила, да? Все играют по-грязному, все жульничают. Ну и я тогда буду играть так же. Сейчас мне нужен только один прицельный выстрел. Ты видел? Ты заснял? Ты заснял, нет? Ну-ка, давай повтор! Ну что, хорошо ты отдохнул, а? Ну все, Вия, это не лезет. Не-не-не, ты тоже вообще стал отдыхать. Слышишь ты? Я победил, видал? Я последний на линии. Ты не можешь играть честно никогда! Что, вообще что ли, прыгун? Ты опять бы заснегал, как ты заснегал? На, козле! Больно! Все, хватит себя, но ты играешь не по правилам. Чего? Ты проиграл. Был челлендж, кто последний уберет ногу с мины. Это был я в любом случае. Плевать, что ты меня толкнул. Подписчики, вы расскажите, что я победил. Этот сумасшедший, спрятивший дурак, ага, меня подставил, ага, просто. Вы напишите, ага, в комментариях. Вот подписчики пусть и напишут, кто победил, по вашему мнению. Тот надеюсь, и получит самый ценный приз сегодняшнего челленджа. Это вот это вот. Котлету денег. Давай, давай, сюда. Ты вообще полетел, что ли? Ну что, друзья, сегодня вы увидели ММГ разных типов мин, как ты пехотные, офигел? Так и как пехотные, вот противопехотные, так и противотанковые, так вот они выглядят. Но в этом челлендже победил сегодня я. Да нифига. Почему? Потому что ты меня спровоцировал, а прыгуна ты вообще кинул. Да, ты сейчас с Полиной согласен. Ты знаешь, что прыжок сейчас тяжелый? Короче, я здесь точно не буду. Так, ребят, я не знаю, мы никаких правил не обговаривали, поэтому давайте подписчики решат в комментариях. Можете вообще написать, знаете, что я победил. Напишите, победил оператор. А потому... И мне достанется. И поделим с вами. Отдайте мне! Это вот у нас, наверное, багнет. Да вы чё, что ли? Отдай! Козёл! Ты что делаешь, больной? Это ты вообще обордел! Да ты прыгун вообще! Ну, в принципе, вы можете увидеть из мира животных. Черт! Нет! О нет, ребята! Я попался в свою же ловушку! Жадность меня сгубила! Ладно, друзья, блин, а прыгун собирает мои бабки. Ну, у меня тоже здесь сколько-то есть, правильно ведь, да? Ладно, в любом случае, я надеюсь, еще... Ну что, ребят, так нечестно, подписчики должны решить. Нет, 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 подписчики должны решить. Ребят, вы что? Ребята, так нельзя. Подписчики решают пусть. Пусть подписчики решают, кто победил в этом челлендже. Надеюсь, то, что вам видеоролик понравился. Вы поставите под ним лайк, подпишитесь на канал, ну и, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующий видеоролик, который выходит каждый день специально для вас на этом канале. Но я пока буду держать пусть не ногу, а руку на этой нажимной мине и ждать ваших лайков, комментариев и новых подписок. С вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия, и мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.